Ко мне обратился пациент с жалобами на нехватку воздуха. Ему сложно было вдохнуть. Отчего чаще всего это происходит? Когда человек сутулится, у него усиливается грудной кифоз. То есть позвоночник вот так скручивается. Человек скручивается. Что при этом происходит? Идет избыточное напряжение в грудном отделе позвоночника. Понятно, что идет и в поясничном, и в шейном. Но мы сейчас про грудную клетку изолированно говорим. Грудная клетка. Ребра относительно друг друга тоже сходятся. Все мышцы этой области спазмируются, зажимаются, находятся в неестественном положении. В реберных суставах в области грудины идет также избыточное напряжение. То есть, по сути, идет такая глобальная дисфункция грудного отдела позвоночника, ребер. И, понятно, человек не может нормально вдохнуть. Почему? Ну, его держит такой мощный каркас из костей, легкие держит. Провел лечение, устранил эту проблему, человеку стало легче. Обращайте внимание на свою осанку. Старайтесь сидеть ровно и выполняйте все те упражнения, которые я рекомендую.